Всем кусь, ребят, с вами Леоми, и добро пожаловать в Rain World. Новая игра на канале, про которую я ничего не знаю. Единственное, что мы играем здесь за слизни котика, что-то очень милое, забавное. Эта игра вышла еще в марте, по-моему, 2017 года, если не ошибаюсь, как-то так. Изначально на ней сразу, ребят, говорят, отвечая на вопрос, который у вас может возникнуть, что в ней нет русского языка. В Steam про это написано, я про это совсем забыл. Разрешение здесь достаточно странно так, 1366 на 768, непривычное для меня. Музыку я поставил. Вот так примерно все по громкости. Можете писать ваши комментарии касаемо того, насколько адекватно звучит музыка игры, насколько адекватны звуки игры, сбалансированность вот этого всего. В общем-то, касаемо мода, я его устанавливал отдельно, не из мастерской Steam, а через мод какой-то BepinX. Как-то там есть разные варианты установки. Можете, если кто хочет установить тоже, то пишите Rain World русификатор на YouTube, и буквально там первое же видео, можно по ним все установить. У меня все получилось, хоть я подзапарился немного так, потому что не особо понимаю во всем этом. Но, тем не менее, вроде как все работает. Сразу, ребят, хочу оговориться, что возможно, что перевод будет местами некорректен. По крайней мере, я такое что-то местами слышал про это. Но просьба об этом не душнится в комментариях. Я подумал, что будет гораздо лучше так, чтобы вы могли понимать, читать текст, как и я понимал бы тоже, а не так, что будет все на английском. Я не знаю, насколько здесь это важно. Вроде как какая-то история есть, но текста пишут не так уж и много. Тем не менее, я решил, что лучше пусть будет с русским немножечко корявым переводом, возможно, чем будет просто на английском. Поэтому, ребят, просьба заядлых фанатов этой игры не душниться и не беситься в комментариях. Если вы так не можете, и, скажем так, полыхает от другого перевода, вот, ну, кроме как оригинал, то просьба дальше не смотреть. Ну и также, соответственно, ребят, классический дисклеймер — это то, чтобы мне никаких спойлеров, советов, ничего такого излишнего не давали, пока я сам в этом не попрошу. И делаю я так очень редко. Никакой информации ни по сюжету, ни по механике, которые меня ждут дальше, ни почему вот из этого всего. Давайте начинать. Игра позиционирует себя вроде как сложная. Это платформер вроде в том числе, а так я ничего не знаю. Монах слаб телом, силен духом, находясь в гармонии с тайнами мира и будучи сострадательным его к его обитателям, ты пойдешь значительно более мирным путем. А, типа монах это типа что? Это мы персонажа выбираем, да? Охотник. Силен и быстро, обладает бешеным метаболизмом, требующим большого количества мяса для поддержания. Однако желудок не будет единственным из твоих забот, ведь на пути охотника лежат невиданные опасности. Выживший. Ловок и всеяден, жертва и охотник. Потерявшись в суровых землях, ты должен найти свой путь, полагаясь в первую очередь на осторожность и смекалку. Так, я так понимаю, что вот это мы на пацифиста, если пойдем, это мы на геноцид, скажем так, условно говоря, а это, например, нейтрал, такой классический вариант. Почему изначально был пацифист, правда, выбор, не знаю. Но я так понимаю, что это наиболее универсальный вариант, наверное, я пойду за него. Новая игра. Погнали, я не ожидал, что здесь будет выбор какого-то персонажа. Я сначала вообще думал, что это метроидвания, потом посмотрел, вроде как в жанрах этого нет. Не знаю, с чего я это взял, в общем-то. Интересно, стиль в заставке. Рассказывается история. Другие такие слизнекотики. О, так мило. Такие пусечки прям вообще. Ходили, добывали еду, например. Что должно произойти, да? Маленькие учились, судя по всему, тоже добывать тут летучих мышей и так далее. Блин, ну так завал смотрится вообще. Такие мимишные создания. Но что-то дождь какой-то пошел, им пришлось выбираться, судя по всему, не знаю. А, нифига себе, дождик прям очень затопил, и он отцепился один. Блин, у меня же холодно стало, допустим. Как же на мураш пробили-то, а? Блин, вообще бедняжка просто. Печалька. Rain World. А, Rain, дождливый мир получается, да? Или что-то в этом духе? Хм, я как-то не задумывался насчет перевода, кстати говоря. Вот мы ляпнулись. Многие ждали давно еще этой игры. Так, у нас есть пауза, левый стик движения. Прыжок, бросок, подобрать, съесть. Удерживай РБ карта. Ага, вот наша карта. Мы как так очень невысоко прыгаем, скажем так.
Сильнее прыгнуть я при этом не могу. Так, подбирать мне нечего, есть тоже. Мы можем бросаться, у нас тоже бросаться пока что нечем. Так, а в меню паузы, кстати говоря, мы можем посмотреть действие кнопки подобрать и есть. Нажми, чтобы поднимать предметы, зажми, чтобы есть и заглатывать объекты. Я чем-то как-то напоминает мне какую-то игру, не помню, то ли Гиши, то ли что-то, кого-то еще такую старую-старую. Нажми, удерживая вниз, движение ползком, чтобы положить предмет. Нажми дважды, чтобы поменять местами предмет в руках. Я надеюсь, что нам это еще если что объяснят. Не знаю, погнали потихонечку убираться. То есть получается, что мы... Какой-то забавный, смотрите, он так... Типутик какой. Ты голоден, ищи еду. Ну, тут есть какие-то летучие мыши небольшие. Какие-то фрукты есть. То есть мне, я даже не знаю. Во! Еда, кажется, выделена. А как добраться-то, да? Может, здесь что-то? Так, стоп. Вот еда была, но при этом... Еда от меня ускользает, по-моему. Так, вот меня здесь обучают вроде как-то. А, можно забираться. Окей, хорошо. Я пока так вообще не представляю. Она указывает мне, как идти, да? В каком плане у нас, в принципе, игра состоит. То есть такой очень мрачный эстетический мир. Хватай и ешь. А как вас схватить? Во. Ать. Стоп. Надо схватить. И зажать, я так понимаю, да? Как они так быстро считают? Стоп, я же вроде хватаю. Погодите. У меня вот, подобрать... А, я бросок нажимаю. Все понял. Такой затишье прям в игре максимальное. Я схавал. А, вот у меня индикатор, судя по всему, находится слева, да? Слева внизу это индикатор моей еды. Да, получается, если бы я выбрал бы охотника, то у меня надо было бы постоянно всякое хавать. Я могу как-то то ли красться, то ли что-то такое еще. Блин, их попробую поймать еще. Они так-то резвенькие. Стой, хавать. Стрескал 4 достаточно для спячки. Стоп, а мы... то есть мы... Излишки пищи выше 4 сохраняются на потом. Хорошо. То есть получается, что мы сейчас похавали. Я так понимаю, что если мы... Пойдем в спячку, мы можем, может быть, сохраниться, либо что-то в этом духе, возможно. Так, если мы пойдем вниз сюда. Какая-то другая комната еще. Прыгай и хватай, вкуснотища. Кого? Ага, плоды. Вот у меня как раз таки была мысль насчет них. Давайте тоже кушать. Такой просто, знаете, некий симулятор выживания, что ли. Там, по-моему, как раз таки тоже такое было в тегах, если не ошибаюсь, в игре. Так, ну я наелся, ты сыт. Что мне теперь с этим делать? Я могу это выбросить пока что, но мне показывать типа X нажимай. С собой я это как-то... Типа мне это не нужно, я так понимаю, да? Чпоньк, чпоньк, чпоньк. Погнали сюда, допустим, сходим. Так забавненько. Так, теперь нам надо, я так понимаю... Ага, вот здесь есть проход нами выше. То есть мы по этим путям просто прошлись для того, чтобы похавать. Нам лишь бы пожрать, да? Здесь что-то такое. Какой запутанный, необычный мир. Так, ну у нас, если что, есть еще карта. А, это да, я понял. Надо было припрыгнуть в яму, я четко-четко в нее залез сам. Блин, слушайте, а тут так-то... Как-то не скажу, что очень понятный интерфейс пока что для меня. С точки зрения управления, то есть... Показывает как-то пригнуться вниз, потом на А нажать и... И что? А, я могу зарядить... Стоп, я могу зарядить прыжок, а потом он мне не прыгает. Вот так. Не понимаю пока что в упор. Клес в горизонтальном положении, удерживая прыжок, не нажимая больше ничего. Вот, я нахожусь. Что теперь? А, вот, надо просто... Как-то он до этого, не знаю, меня
То есть не надо даже направо нажимать, указывая как бы направление прыжка твоего. Да, сегодня таких моментов, ребят, может быть много, потому что, опять же, я впервые только разбираюсь с игрой сейчас, что у нас как беги. Что-то мне это не нравится. Вставайте, чтобы впасть в спячку. Здесь безопасно. Жуткий мирок, надо сказать. Вот мы выспались, у нас ушло 4 краски. Блин, такой заинька прям вообще. Слизнякотик, да? Это наши главы, я так понимаю. А, или это сохранение? Я даже не знаю, что это, как это понимать. Продолжить, допустим. Звук дождя был на заднем фоне. Так, я здесь на настройки не могу себе звук изменить, если что. Думал, может тут музыку погромче сделать. Так, теперь мы здесь можем... Следуй, ищи еду и убежище, но остерегайся хищников. То есть мы, по сути, ищем выход нам на свободу. Где-то надо пережидать, где-то надо что-то кушать. Где-то можно поднимать, переносить и бросать. Так, вот предмет. Взяли. Но пока мне бросать это не в кого, да? Мне обучают меня, ладно, давайте к ним. О, нормально. Так, можем этим, в принципе, может кого-то даже удолбить. Еще что-то взяли. Так, если мы на карту посмотрим, кстати. Ух, ни хрена себе здесь. У-у-у. Тут что-то вначале такая мощная была развилка. Слушайте, пока абсолютно непонятно, что мне, как, чему делать вообще. Куда идти? Так, мне нужна хавка. Ом-ном-ном. Так такими глазками еще моргает такой. Хрум-хрум. Взял просто, сожрал летучую мышь. Ом-ом-ом. Так, давайте до 7 сейчас себе наберем, в общем-то, и можно будет двигаться дальше, я думаю, тогда. Так, все съели. Все у нас по максимуму. Оп, можно сюда залезть. То есть здесь всякие объекты для взаимодействия, они очень хорошо вписываются в фон. Может, я сейчас сразу же могу сказать. Сразу заметил. Так, наверх, при этом карабкаться так я не могу. Но мы во всяких... Где только мы пролезть не можем. Типичный кот, знаете. У меня кошка была так, 10 килограмм. Она могла залезть в такую маленькую щелку. Непонятно каким образом. Хоть она была здоровая, но как-то она могла это сделать. Так, а если я вниз спущусь? Ага, я окажусь с этой стороны. Окей. Как ты туда предлагаешь мне забраться? Ну не по этим же лианам. Стоп, а если я... Если я не могу сделать сильный прыжок. Слушайте, может быть у меня получится... Упс. Упс. Тут что-то повылазило всякое. Какие-то комары странные очень. Почему вылазит, как только я ухожу оттуда? Держи. Не в того. Ладно, давайте погнали тогда сюда пока что. Может, ты мне здесь подскажешь, что делать? Просто пока, знаете, такая интуитивная игра, совершенно пока не до конца для меня понятно. Что от меня требуется. Вот он показывает мне туда, откуда я пришел. А зачем ты мне сюда показываешь? Как будто он указывает, что я должен именно... Сюда идти? Зачем-то. Я же здесь только что был. Моя задача что, хавать и спать просто? Или как? Потому что пока какого-то особого вступления, кроме как такая базовая заставка, особо ничего не было. Мы нашли одно безопасное место. Выходим на поверхность, хаваем и уходим обратно, когда становится, когда начинает пахнуть жареным, скажем так. Так, вот допустим, он мне опять указывает в эту сторону. Может быть, у меня просто какой-то таймер есть условный, что я должен... У меня какое-то время на... отведено, скажем так, и потом я должен возвращаться. Потому что там комары внезапно полезли. Может, в этом было дело, конечно. Так, ну давайте полезем хотя бы наверх, потому что пока что я не понимаю, что мне здесь еще делать остается. Он мне показывает вот в этот проход, например. Но я не знаю, как туда попасть.
Погнали сюда для начала. Какая-то радуга вообще. Цикл 2, окраина. Куда я зашел? Точно ли я туда, куда надо залез? Так, а этих я могу схавать? Нет, походу они все-таки именно фоном идут. Так, а вот летучих мышей? Блин, как мы ползем забавно. Ну так, знаешь, так немного... Ай, ты, блин, немного косолапа так будто двигается. Неуклюже, я бы сказал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А как его? А как его? Тихо. Ты меня не видишь. Он же сюда не залезет. Он здесь залезет же сюда. Ты что, охренел, что ли? Я могу его бить, я так понимаю, только чем-то кидаясь. Ой-ой-ой-ой. Дело пахнет жареным. Мне снова советуют уваливать отсюда. Так, я чувствую, что мне лучше к ним не попадаться. Так, а... Он и там пролазить может. Стой, подожди. Вот я пригнулся. Ладно, погнали пока что дальше. Пока выглядит на первый взгляд, скажем так, максимально непонятно, что от меня вообще требуется. Ом-ном-ном. Пока я выяснил то, что я могу хавать. Еда — это хорошо. Еда позволяет мне спать. Оп. Так, там еще одна летучая мышка осталась. Но пока никуда мне идти. Какая у меня цель, скажем так, общими... Общая мысль мне в целом-то ясна. Но что от меня сейчас требуется, пока не ясно. Так, у меня какие варианты здесь? По-моему, я даже никуда здесь особо толком пройти не могу. Есть какие-то такие абсолютно неочевидные такие места, в которые ты можешь пролезть. Но они никуда не ведут тоже. Возможно, что мне сюда еще было рано идти. Давайте погнали обратно просто пока что. Держи. Блин, а что делать теперь? Стоп, оно меня преследует из локации в локацию. Тихо. Еще ты хищник какой-то криповый. А, вот здесь есть проход, во. Оп. Я его не заметил сразу. Я отсюда и вышел. Он мне опять советует сюда идти? Зачем? Стоп, я понял, как мне здесь надо было куда пройти. Надо было на соседний свернуть. Но почему он мне опять говорит сюда топать? А если я не пойду? Может, он мне намекает, что просто мне он указывает, где я могу отдохнуть, а мне не обязательно отдыхать? Здесь какие-то проходы есть, но я не могу в них попасть почему-то. Так, ладно, допустим. Вот сейчас он мне вроде никуда не указывает особо. Я пока пытаюсь понять, что мне делать с этим Сусаниным. Что слева индикатор какой-то? Может, это время суток, конечно, я не знаю. Может быть, я должен выбраться... Оп, какое-то копье вообще взяли. В течение какого-то времени определенного. Максимальное такое затишье. Так, а как я сюда забирался? У нас просто прыжки такие очень невысоко вообще идут совершенно. Нет, так я не достану. Здесь рассчитано, чтобы я не смог достать, по-моему. Ну, погнали, допустим. Снова спать? Попробуем. А то пока так абсолютно не ясно. Вот, на самом время, видите, тикает явно. Как будто бы это дни недели, может быть, изображены таким образом. Либо что-то такое еще, я не знаю. Еще денек проходит. Мы тратим энергию на сон. Возможно, энергия нам нужна будет как раз-таки, она не нашим здоровьем будет выступать, я не знаю. Смотрите, там остается пятый день буквально. Ну, или как это? Уже близко, скажем так, к завершению. О, копье забираем с собой.
Погнали, в принципе, у меня сейчас есть мысль, куда можно попробовать сходить. Я не понимаю этого светлячка. Он мне как-то... Он мне пытается помочь, на что-то меня акцентирует. На что-то неясно. Он мне то в одну сторону зовет, то в другую. Что ты от меня хочешь вообще? Так, и вот здесь, наверное, отправимся как раз-таки наверх. Как мы ползали изначально. И постараемся на правую соседнюю трубу просто перепрыгнуть в этот раз успешно. Так, сюда. И налево, по-моему, я здесь шел. О-о-о! Стоп, цикл 3 окраина. Что значит? Почему цикл 3 стал? Тихо-тихо-тихо. Видите, там зеленая так моргает, потому что там отсюда сейчас вылезет. Фигня кое-какая. Оп. Есть. И чего? И это мне ничего не дает, да? Стоп, а зачем я сюда шел тогда? Может, цикл имеется в виду, это день? Потому что я пока не понимаю, это вроде как сюжетистая игра должна быть, да, такая? То есть получается на прохождение? Но мне абсолютно непонятно пока, что я должен здесь сделать. Здесь что-то светилось как-то так. Опаньки, опаньки. А если я кину? Держи. А кидать больше нечего. Я разово только кидаю и все на этом. Ой, кстати, подкрепиться надо бы. Не-не-не. Меня там преследуют уже. Ну что, он же сейчас сюда придет ведь. Тут много всяких таких проходов. Тоннелей, которые... А, это просто подъем наверх, по сути, для меня. Опа-опа-опа-опа. Стелс. Он же меня не заметил? Что он делает? Я просто даже не знаю, у меня есть хоть какая-то клавиша атаки. У меня есть бросок. И все. Я чувствую себя немножко беззащитным, если честно. Тихо, кусь не надо делать. Блин, криповые засранцы, да? Мне бы найти где-то место здесь безопасное поближе. Тут, где я сейчас исследую. Было бы, мне кажется, в тему. Так, давайте вот. Нет, 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 вот сюда давай. Просто везде пролазит. Сверху еще один такой. Я надеюсь, что он сюда не придет. Оп, ом-ном-ном. Смотрите, притаился. Как будто бы. Так, на сон мне хватает на крайний случай. Даже не знаю, хочу ли я к нему вообще идти сейчас. Летучих мышек здесь у меня нет. Может быть, я, конечно, могу сожрать и вот эту тушу. Но что-то, по-моему... Хотя, может, и не зря я это сделал. Давайте попробуем... Упс. Попробуем устроить охоту на него. Ай-яй-яй. Забирай. Забирай свое копье. Он воткнул копье и не хочет его забирать. Ю-палы. Ладно, я, в общем, передумал. Охота, скажем так, пусть живет. На сегодня. Ну так грохается еще смачно. Хотя стоп. Хотя у меня здесь есть еще предмет. Так, куда-то пополз. Ай. Нет, нет, нет. Я понял, я понял. Сваливай отсюда. Я пока надеюсь, что он не особо быстро бегает. Оп, взяли. Держи по таке. Не знаю, его можно как-то убить, наверное. Наверное, да. Вопрос только камнями ли. Может, ему надо чем-то покрепче огреть. Уходим. Я ему уже раза 4 прописал по тыкве. Ать, 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 ать. Он меня куснуть хотел. Тихо, 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 тихо. Нет, нет, сожрет. Игра окончена. Ни хрена себе, он меня просто утащил. Уволок, нифига себе. Он меня взял и съел. Ага, нас обратно оттаскивает, да? То ли мы должны выходить, жрать и уходить спать? Блин, слушайте, а вот это вот-то трудно было.
То есть сражаться здесь-то проблема будет, если я ваншотный получается. А враг умирает достаточно долго. Так, у меня вот здесь, по-моему, было закрыто. А, здесь по-прежнему закрыто. Я не могу сюда попасть. Здесь вроде как светится. Но при этом я никак не могу туда залезть. При этом я почему-то могу подняться так немножечко по вертикали мог. Вообще пока непонятно ничего. Так, ну погнали хотя бы в ту сторону, потому что там что-то да было. Еще вот здесь есть проход какой-то. Я не помню, я по нему ходил. По-моему, я по нему ходил уже. Я, по-моему, сюда пришел отсюда. Да-да-да, здесь я. Да, здесь я был. Так, ну тогда поползли просто наверх. Это единственное, куда нам остается идти. Возможно, что здесь просто как-то рассчитано на то, что игрок будет сам все разведывать, конечно. Действительно. Ага, смотрите, там какие-то синие точечки, я не понимаю, что это. Как карта странно так плывет вообще, у меня прям аж голова крушится. Как-то кажется, что она как-то в проекции, да, она как-то... Действительно какая? Она не 2D карта немного. Тут что-то тоже так отображается. А, это то, откуда я пришел, возможно. А, это локации позади. Вот, а вот здесь у меня сейв. Да-да-да-да-да, во, все, понял, кажется. Локации позади нас. Мы должны идти путь дальше, все. Примерно определились, просто ищем дорогу. То есть у нас получается... О, нет, о, нет, о, нет. Так, живем. У нас есть, возможно... Кш. Фух, я себя защитил, офигеть. Слизнекотик постоял сам за себя. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Нет, 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 блин, я не... Как уцепиться-то, а? Оно не цепляется так удобно, как хотелось бы. Если меня сейчас опять на день откатывает, да? Да, меня на день опять откатывает. Не всем понимаю, в чем суть. Я думал, что у меня 5 дней дается, чтобы я нашел следующую локацию. Но если меня после смерти откатывает обратно, то это как бы мне было бы плюс тогда. Так что, наверное, это не так. Может быть, я должен нажраться 5 раз, действительно? Или если я... Или это мои потенциальные жизни именно, что если я потеряю все из них, то я умру окончательно. Так, надо кушать, короче. Надо кушать и сохраняться, и искать, куда идти. А вот зеленых мобов обходить стороной, потому что они грызучие капец. Очень больно кусаются. Это, походу, мстя за мое приветствие, да? Так, стоп. У меня вот здесь еще выше есть немножечко проход какой-то. Он опять запечатан. Я не понимаю. Вот три точки, когда белые, это значит точно открыт проход. А когда их нет, то это когда как? Не до конца пока мне ясно. О, там слева пришел. Опять этот. Тихо. Обходим просто. Тут хищники всякие просто у меня тусуются. Я хочу опять туда уйти. В основном мне получается надо здесь обходить. Опа, опа, опа. Наверх давайте. Отсюда будет проще вести обзор. Вот тяжело, знаете, вот как бывает классическая механика в платформерах. Надо так вот на веревке, с одной веревки на другую. Почему-то мне здесь тяжело это делается. Как-то, не знаю, перс не хочет цепляться, что ли, так. Ползаем. По крайней мере, они не могут по вертикали, по этим карабкаться, и то хорошо. Пока что, по крайней мере, не могут. Надеюсь, что они не будут эволюционировать или еще чего-нибудь там. Так, здесь тоже надо обходить. Вы посмотрите, как он сверху вообще затаился. Как бы он сейчас сверху на меня не ляпнулся просто. Тихо. Ты меня не видишь. Тут никого нет. Так, куда мы придем? Стоп, нет, нет! Стоп, куда идти? Тихо, 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 тихо. Все, все, все. Меня здесь нету. А куда? Наверх, что ли, еще? Офигеть, это было близко. Так, куда я приперся? Новая локация тоже какая-то. Новая комната. Так, покажите мне карту. Еще разок. Так, я пошел куда-то вот. Стоп, она опять на серый фон ушла. Смотрите-ка, а. Чем у меня синим таким отображается, пытаюсь понять. Так, ага, вот как тоннели даже могут вести. Надо искать кого пожрать бы, да? Зачем я сюда пришел? А, чтобы, может быть, через башню перепрыгнуть просто. Хотя вряд ли.
Мне нужно еще. Мне нужна еда, мне нужно найти место, где я могу еще сохраниться. Этих обходить аккуратненько. Так, а как мне его отвлечь? Вот я кинул что-то. Отвлекли его. Или не особо. И чего ты мне предлагаешь? Потому что я оттуда не смогу спуститься. Мне надо как-то через него перепрыгнуть, что ли, или что вообще? Или мне просто не сюда надо было? А, смотрите, с тремя точками они отправляют меня на следующую, на какую-то другую комнату, судя по всему. С такой стрелочкой они именно в пределах комнаты меня перемещают. Что же за синие эти самые там такие? То появляются в одних местах, то в других. Давайте сходим к ним, мне все-таки интересно узнать, что это. О, кстати. Еда! Еда! Оп. Кушай, кушай, кушай! Кинь! Блин, летучая мышь скрылась. Где они? А, здесь сверху одна. Тихо, тихо, тихо. Не успел. Чем ты взял этот сорняк вообще? Что за сорняк? Я могу его съесть? Не могу. Есть. Опять его схватил. Отпусти ты этот сорняк. Какое-то растение, не знаю, таскаем с собой. Как залезть-то сюда? Я хочу обратно. Эть. Слушайте, обратно не получается у меня. А я пришел сверху вообще. То есть получается, что у меня единственный вариант идти сейчас куда-то. Это только в эту сторону. А здесь меня ждет хищник. Проходов здесь, по крайней мере, я не вижу. А, хотя, стоп. Проход? Нет, это не проход. Ну, ты что мне делать сейчас? А что делать-то надо было вообще? Я максимально просто не понимаю, что от меня нахрен требуется. Игра окончена, перезапустить что-то. Я снова меня откинула прямо на самое начало. Допустим, что будет, если я еще разок помру хотя бы? Смотрите, обратил внимание, у меня есть, видите, так на заднем фоне немного светает. Солнце встает будто. Или какая-то тень проходит, я не знаю. Я подумал, что может быть, ну, у нас так есть время суток, как бы утро, вечер. И вечером я должен возвращаться домой. Так, 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 стелс-операция. Может, меня не услышат, да? Сильный прыжок сделаем. И что теперь? Как-то его надо обойти. Надо его скинуть, наверное, отсюда. Упс. Что ты делаешь? Ты как-то... Господи, это так, так неуклюже. Почему я сейчас взял и свалился просто? Я даже не врубился. У меня есть предположение, реально, что синими отметками на карте отображалась еда здесь. То есть я должен продвигаться постепенно все дальше, находить еду, возвращаться обратно. И то есть надо было этот счетчик довести мне до максимума. Может, тогда мы бы сменили локацию, либо что-то еще произошло. А мне теперь надо из этого двигаться еще больше пройти, поскольку я слил жизни. Либо это не так, это только догадки. Только предположения. Ой, жесть какая, он опять туда пополз. Но я могу, получается, с ним разминуться, если мы идем в одну сторону ползем. В разные стороны. Оп, отлично, он ляпнулся, все. Дорога открыта, уваливаем теперь. Так, с собой на всякий случай дополнительно забираем кого-то. Не знаю, зачем. Я тут такой наивный. Думал, может быть, у нас здоровье есть? Угу. Здоровье. Не тут-то было, все жестче. Я просто ваншочусь от таких мощных укусов. Так, ну как мне через этого пройти-то? Куда он сныкался вообще? Это что? Как ты вылез отсюда? Нет! Боже. Что творится? Они друг друга жрут. Я отсюда понаблюдаю, ребят, да? Офигеть. А можно мне тоже похавать будет потом, а? Ребят. Я с вами мышкой заделюсь. Они прям... Реально какой-то симулятор выживания. Жестокий какой-то мир такой вообще жуткий. Они хоть кто-нибудь из них сожрет? Нет другого? Во, уваливай отсюда тоже. Так, нет, только не в эту сторону. Не в эту сторону. Есть, я хотя бы успел проскочить.
Так, а дальше мне куда надо будет двигаться? Потому что если я пойду... А, здесь есть 6, в принципе. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Наверх, 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 наверх. Так, мне не нравится, куда он хочет уже залезть. Я не хочу прыгать налево, пока я... Оп, хорошо. Пока он там подо мной был. Здесь не пройти. Так, ну вроде я хотя бы двигаюсь куда-то вперед. Еще раз, где я нахожусь на карте? Здесь показываются мои отметки о смертях, но я так понимаю, что это ничего не дает. Просто показывает, где я умирал. Так, можем как вниз поползти, но вроде как не надо, наверное. Не знаю, меня этот ведет. Потихоньку что-то куда-то. Какая-то еще развилка. О, смотрите-ка. Мне кажется, здесь будет безопасное место. Во, да. Мы здесь тоже можем перекантоваться. Хорошо, мы теперь сохранены здесь. Еще один день проходит, или нам жизнь валяется, или что-то в этом духе. Мы немного продвинулись дальше, по крайней мере. Опа, история рассказывается. Как нас ведет какой-то головастик светлячок. Мы с ним, собственно, познакомились, да. У меня примерно были такие же мысли, когда этого котика типа не понимает. Такая, ты чё? Чё ты кто такой? Так, продолжить. Очень необычный стиль для меня игры. Прямо не припоминаю, чтобы я в подобного плана что-то играл, где надо было вот так вот чисто выживать. В крайне недружелюбной среде было. Так, что-то мне... Цикл 4 окраина мне показывает локация. Так, а цикл это значит, что у меня снова... А, нет. Думал, снова отделилась карта. Так, ищем себе на пропитание, опять же. Просто должны здесь выживать. Ох, ты ж, блин. Я так понимаю, что хищнику надо было бы жрать в том числе и вот этих вот лютых, лютых существ. А монаху этому желтому, который травоядный, скорее всего, он ест только растения всякие, вот как вот это, например, возможно. Ай-яй-яй-яй, он ползет сюда. Так, а это куда-то другое место соединяет. Куда мне топать здесь? Гластик вроде здесь что-то как-то прыгает туда-сюда, но информации мне какой-то особо не дает. Это. Вон, он куда-то наверх. А, вот, смотрите, я здесь могу пролезть. Ух ты. Фига, тут какие-то ныли, тут много всего. Так, там снизу, во-первых, есть какая-то локация отдельная. Вот давайте пойдем сначала туда, например. Жесть какая. Просто по таким дебрям. Няги. Приходится через такое проходить. Просто здесь мы... Знаете, непривычное ощущение такое, когда ты чувствуешь себя именно в роли добычи. Приходится выживать. Вот примерно такие пока что ощущения вызывают. Окружающая обстановка. Все, пролетел мимо. Сюда куда-то можно пойти. Серьезно, я даже... Мне трудно сравнить в какую-то игру, в которой была запутана, не выглядела для меня. То есть, даже если какую-нибудь метроидванию придумать, в которой нет диалогов, выглядит понятнее, по-моему, местами. Как-то я могу так отпрыгиваться и немного задерживаться на вертикальной стене, но ненадолго. Так, и что вот это такое? Я могу сюда как-то из других труб попасть в центр, или в центр мне вообще не надо? Так, мне что-то показывает направо. Что-то мне показываешь туда? На что он мне намекает? Куда-то наверх? Я не знаю, я свалился здесь, я не могу туда попасть. Вот он опять куда-то наверх показывает, видите? Как мне туда попасть? Как мне туда пройти? Или он указывает, что мне пора спать? Если пора спать, то у меня энергии нет. Я не нашел ничего похавать. Погоди, рано спать. Рано дню завершаться еще. Сюда не пройти. Тут тупиков очень много всяких таких непонятных еще. Ладно, погнали в эту сторону все-таки. Что-то как-то я пока не понимаю этого светлячка. Что он от меня требует? Что он от меня хочет вообще? Отвали от меня. Вот здесь есть проход, вот сюда покажи мне. Нет, 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 я пойду сюда. Ты не знаешь, куда меня вести. Так, покажите карту. Понять не особо не стало.
Так, здесь можно налево пойти. Можно ляпнуться в какое-то еще днище. Что я первым делом я это и сделал. Здесь тоже что-то непонятное. Просто, я не знаю, как для вас это выглядит. То есть для тех, кто понимает, что требуется от игрока в игре, это другое дело. Но вот представить, если как новый игрок, допустим, заходит, или как вы впервые, честно говоря, я просто абсолютно теряюсь. То есть что-то мне требуется вообще. Просто проныкались. Стоп, побежали. Он сейчас отсюда вылезет еще. Там фиолетовый какой-то. Так, я в домике. Он же не прыгает. Падай. Капец. Да нет. Нет, эти лазят. Охренеть. Уйди нафиг. Нет. В домик. Ей жрать нечего. Еды нет. Я не могу заснуть. Какой капец. Я нашел сейф, эти лазят. То есть не везде я могу пролезть, где они пролазят. Жесть. Так, поползи наверх. Надеемся, что успеем. Так, только не смей от... Господи, как не... Я не знаю почему, но очень неудобно управлять. Как-то зачастую перс не хочет у меня запрыгивать и цепляться за вот эти шесты. Оп. Все, поползи сюда. Я уваливаю нафиг. Так, это просто вниз. Так, там что-то синее загорелось. Ушли быстрее, пока там ничего не появилось. Вроде в порядке. Так, там была какая-то... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Здесь никого нет. Тут никого нет. Какой-то недружелюбный комар, по-моему. Прилетел сюда. Еще и попадать очень тяжело так. Не представляю, как. Как по ним попасть. Но он вроде как... Наверху тусуется. Я пойду отсюда. Тихонько. Так, разворачиваемся в эту сторону. Прыжок. Ни хрена не прыгнуло нормально. Не залезть. Так, а если я вниз спущусь чуть-чуть? Там есть одна птичка. Но только одна. Так, смотрите, вот я отсюда могу попробовать. А, нет, так не получится там. Тоже не залезть, по-моему. И что ты мне показываешь опять? Вот я тебя послушаю. И чего? Там все равно вроде как ничего нет. У меня все это триггерит постоянно. Выглядит как шипы такие, но мы спокойно на это встаем. Где была птичка тут? Летучая мышь. Я жрать хочу. Упс. Так, вот это нехорошо, по-моему. Здесь какая-то фигня притаилась, мне кажется. Или нет? Нет, мне кажется, показалось. Он показывает какую-то сценку. Какие-то растения есть? Во. Смотрите, вот здесь что-то есть такое. Как будто это можно сорвать. Че, взял? Разблокирован предмет. Песочницы. Есть еда! Еда. Так, стоп, выкинуть это. Я могу два предмета с собой таскать, если я правильно понимаю. Ом-ном-ном. Есть. Еще ом-ном-ном. С такой небольшой задержкой он как-то ест. Так, небольшой запас, по крайней мере, есть. Что у нас с этой стороны? Мне сейчас надо просто... Так, а это куда приведет? Это не привозит меня. Найти... Юж твою налево. Я пошел отсюда. Я пошел быстрее отсюда. Если они меня заметят, если они по мне, за мной пойдут меня преследовать, будет нехорошо. Ёлы-палы. Это тоже не есть круто. Свали отсюда. Свали в туман. Он наверх пополз.
Ном-ном-ном. Так, у нас фул хп. Если можно назвать хп, конечно. Так, здесь какая-то штука шевелится. О-о-о-о-о! Отдай, 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 мое! Взяли что-то. Так, разблокировал предмет песочницы. Не понимаю, что за предмет песочницы я разблокирую. О чем вообще речь? Это настенные такие живописи, если можно так это назвать. Еще какой-то предмет тоже. И вот это желтый. Разблокированы новые арены. Может, мы просто какие-то анлоки открываем, типа там новые арты, там какие-то рисунки или что такое еще для игры. Понятия не имею. Так, где я по карте? Там была еда какая-то. Тут какой-то механизм показан мне. Так, а здесь не пролезть, да? Так, я могу пробовать перепрыгнуть. А, это не сквозная. Окей, погнали тогда вниз, наверное. Стоп, а вниз не пройти. И зачем я сюда приперся? Очень много деталей, которые вот... Допустим, зачем вот эта штука здесь сделана? Чтобы разве что я от кого-то здесь спасался? Да, ладно, справедливо. Но очень много всяких таких мест просто, которые отвлекают меня. На которые я обращаю внимание, а на самом деле с ними вроде никак не повзаимодействовать. Ничего они мне не откроют. Так, ну ладно, сюда, возможно, нам либо рано идти, либо я даже не знаю, как это трактовать в контексте этой игры. Я бы пошел поспал с радостью. Зенекотик неплохо плавает. О, кстати, да, он прямо под воду может спокойно. Что-то тут какое-то... Мне кажется, землетрясение каким-то попахивает. Ой-ой-ой, что-то мне не нравятся эти... Можно я в домик пойду? Я в домик. Здесь никого нет. О, они ушли все. Дождь начинается! Охренеть, я еле спасся. По-моему, дождь страшное что-то. Выпусти меня наверх. Я даже не знаю, надо? Мы вроде переждали его. Такой звук, будто что-то приближается. А, вот мы спрятались. Охренеть, шквал! Нифига здесь ливни! А я жаловался на дождливый Петербург. Я в домик. Ну нахрен. Может, на это стоило посмотреть подольше, но, пожалуй, я закроюсь от греха подальше. Чё-то как-то пока что максимально непонятное впечатление, то есть первый взгляд от игры. Я думаю, что от комментариев, возможно, что-то для меня прояснится. Я примерно понял, что у меня есть время, я должен нахаваться, я должен где-то поисследовать что-то и спрятаться. Вот это что такое? За символы? Либо это мои жизни, либо я не знаю. Вполне возможно, что это именно жизни. Тогда что будет, если меня убьют до конца? Не начнется же игра с начала самого. Чпунь, 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 чпунь. При этом еда как-то ограничена. То есть убить хищника очень тяжело. А всяких нехищных существ не так уж и много, как и еды обычной. То есть всяких фруктов. Я должен постепенно продвигаться вперед, то есть заставиться на том месте я не могу. Фиолетом, возможно, отмечены либо... Блин, я не знаю. Тут карта, посмотрите на вот эту карту. Вот серьезно, у меня первый вопрос, то есть как вот в этом всем игрок, который впервые, допустим, играет в игру, он должен не потеряться, потому что, как по мне, игра должна, когда ты приходишь, ты должен без всяких вики и объяснений до этого, ты, в принципе, должна располагать себе, ну, объяснять, что тебе, как делать и так далее. Что от тебя требуется. Пока что меня кидают в непонятный мир, в котором я не знаю, что мне делать, куда-то идти дальше, 5 ночей переждать или что-то еще. И у меня вот такая жесть с картой. Вот в этом во всем сориентироваться я прямо не представляю. В общем-то, посмотрим, ребят, что будет у нас в следующий раз. На этом мы сегодня с вами заканчиваем, я думаю. Примерно так, то есть очень необычный какой-то для меня опыт, скажем так. Жуткий атмосферный мир. Что делать, пока не ясно, куда мне, в принципе, двигаться. С хищниками этими пока выглядит так только то, что я их стараюсь избегать, потому что там они даже друг друга убить не могли. Что уж тут про меня говорить. На этом пока на сегодня, ребят, собственно, все, да.
Надеюсь, что будет без бомбежа в комментариях касаемо того, что типа я торможу или что-то такое. Еще серьезно, когда ты в первый раз такой играешь, я думаю, что многие зрители тоже, кто впервые это видит, тоже многое не поняли сейчас. Все, ребят, всем спасибо за просмотр пока что. Подписывайтесь на канал, буду рад. Оставляйте комментарии с этим видео, мне тоже будет очень приятно. Само собой, без спойлеров, без такого самого. Рада, что я не понял, вот можно написать касаемо того, что от меня в принципе требуется. В чем сама суть заключается нашего процесса прохождения. Пока я, скажем так... О, жрачка! Жрачка! Стой, жрачка! Ко мне жрачка при... Не-не-не-не! Ладно, я пошел обратно. Обычно в играх даже такого вопроса не возникает. Здесь это главный вопрос для меня пока. Все, ребят, вступайте на сервис Discord, типа общаться кому, само собой. Ну а я желаю всем хорошего настроения, такого же дня, ребят. Кстати говоря, написано, выход позднее 30 секунд после начала цикла считается как поражение. В смысле? Какое поражение? Вы что, охренели, что ли? Надеюсь, что не засчиталось вот это, по крайней мере. Все, ребят, все. Все я сказал. Всем удачи и всем до новых встреч. Всех кукуз и всем пока. Пока.